Пенсии у нас выплачиваются своевременно и в полном объеме тем лицам, которые проживают на территории подконтрольной украинской власти, и тем лицам-пенсионерам, которые перерегистрировались и являются переселенцами с другой территории, которая временно не подконтрольна украинской власти. На сегодняшний день определены те населенные пункты, которые подконтрольны. Вот Свиносербский район, в частности. В Свиносербском районе есть населенные пункты. Сам Свиносербск находится не подконтрольная территория. Но есть населенные пункты этого района, как, допустим, Трахизбинха, Крымская и другие населенные пункты, которые подконтрольны украинской власти. Они были переданы Верховным Советом в другие районы, в частности, Свиносербский район, Новоайдарский район. И через Новоайдарский район мы выплачиваем пенсии. Пенсия выплачивается за текущий месяц с 4 по 25 число. Соответственно, в мае месяце мы начали выплату пенсии, профинансировали в конце апреля. С 4 мая начали выплаты через почту. А те, которые лица получали 4 числа через банки, даже могли получить уже 30 числа или 1 мая уже по карточкам могли получить за май месяц пенсию.